что-нибудь скажете, или так и будем стоять? Тиль Швайгер. Это не игрушечный пистолет. Ян-Йозеф Лиферс. Кристиана Пауль. Вы меня извините, но покупатели в пижамах к нам заходят нечасто. Мориц Блейбтрой. Аллах, свидетель, я прострелю тебе башку. Тьерри Ван Вервике. Пресвятая Богородица. Ханнес Янике. Зёнки Вортман. Вы не в театре, здесь надо завести клиента. Харкбом. Это хельсинский синдром, когда заложник испытывает симпатию и жалость к похитителю. Корнелия Фробес. Хуб Стапель. Чисто сработано! Карина Харту. Раздевайтесь до трусов. Рутгер Хауэр. Уилли Томчик. Вы уже были у нас? Нет. Достучаться до небес.